Здравствуйте, друзья! Оделась я как на Северный полюс. Вот эта толстенная кофта байковая. Вот эти штаны тоже байковые. И натянула я свои кожаные ботинки. Представляете? За всю зиму я их ни разу не одела. А это натуральная кожа. О чем я думала, не знаю. Пойду сейчас в местный магазин покупать средства для мытья посуды. А как же без этого? Ну, чуть поснимаю вам. Иду я в магазин. Остановилась, чтобы показать. Вот это дерево спилили. И вот тут дерево спилили. Вот на этом месте была яблоня. Она хороший урожай давала тоже. Очень странно, почему мэр разрешил спилить. Наш мэр — это школьный учитель. А что такое учителя в Америке? Я знаю по своему личному опыту, во всяком случае, бруклинские учителя. Не знаю, как здешние, вроде у Полины в Херкимере неплохие учителя. Речушка наша. Рукав реки. Не замерз, как говорится, значит, все-таки весна, весна, люди на носу. А вот это школа для инвалидов. Тут приветики. Никогда эта школа себя не освещает, что это школа. Нет никакой надписи, что это школа для инвалидов. А только на дверях написан адрес. И вот тут куча машин стоят, и работников, и машин этой организации, на которую возят больных. Ну, я просто в этой школе никогда не работала. А я работала по домам. Пару раз я работала в такой же школе для инвалидов, только в Канаджахаре. Работа, конечно, в школе гораздо легче, потому как ты ничего не делаешь, только дурака валяешь. Ну, вы сами понимаете. Изображаете вид деятельности. Показываете, как в детском саду в ясельной группке. Как вырезать, как разукрасить, посмотреть потом, чтобы детки покушали. Детки кушают то, что приготовим им мы в домах. Он стоит, придурок, с коротким рукавом и включает машину. На улице люди минус 13 и еще ветер. Вот стоит и просто так шумит. Тут нету такого закона, что ты не можешь шуметь в какое-то время, потому что обеденный перерыв. С такого-то времени по такое нельзя, с такого-то по такое можно. Тут вообще никаких правил нет. Никакущих правил. Кстати, два слова скажу по поводу нашей мойки. Значит, наша мойка находится как бы в середине, вокруг нее улицы и дома людей, которые живут. И никто у нас не спрашивал даже разрешения, можно ли сделать эту мойку, потому что вода все время издает такие сильный напор, когда и постоянно моют, такое получается постоянное шипение. Ну, у нас, правда,
В доме-то практически ничего не слышно. Если в кабинете я сижу и окно открыто, чуть-чуть слышно. Но когда ты выходишь на улицу и работаешь летом в своем огороде, то иногда от этих людей, которые не прекращают мыть свои каракатицы огромные, вот такие вот, какие-то ведра, какие-то банки, в общем, всякую хрень моют на этих мойках, хотя у них у всех есть дворы. Так, ну, так вот, хотела сказать, что нас никто не спрашивал. Надо еще мне посмотреть по поводу законов шума. А может, мне на этих индусов в суд подать, что они нарушают мое спокойствие? А я посмотрю по этому вопросу. Может, какие-то деньги выиграю. Так, ну, я захожу. Потому что один день я была злая на них. Шипели и шипели придурки. А на следующий день пошел дождь и опять грязь. Ну, 80% людей же не совсем дружит с головой. Только 20% – это статистика российского психолога. Так что, Марина Линдхолм, если вы ее знаете, кто живет в России, это не реклама, но просто я ее слушаю, умницу. Она большая умница. А сейчас я вам сделаю такой обзорчик на вот эти Temptation. Тут стоят 9,55. Я по $6 в Walmart покупала. И еда тоже вся тут гораздо дороже. Поэтому я не покупаю в магазинах, а заказываю всегда. Только в Алди я физикалы покупаю. Ну, в общем, вот, смотрите цены. Вот, что это такое? Собачки, собачки, котики. Вот, такие же баночки, да? Похожие только для собачек. $1.55. В Алди для собачек 85, а для котиков 59. Не знаю, если честно, на чем держатся эти магазины, но смотрю, что держатся. Вот тут всевозможные средства для стирки. Я покупаю порошок Ариэль. Пока у меня еще есть, тащить я не буду, так как я взяла небольшую сумочку просто для того, чтобы купить средства для мытья посуды. Так, ой, засопливилась, извините. Ну, холодина же на улице, мороз и ветер. Внизу стоят самые дешевые, тут подороже. Пшикалки, пшикалки всякие. Вот эти вонючки ты в машину ставишь, 5,65, и постоянно дышишь химией. Вот это ты включаешь у себя дома и постоянно дышишь химией. Но я, конечно, этого не делаю. Так, что тут еще есть? Смягчители для белья у меня тоже есть. Все у меня есть. Это я просто вам показываю. Там подсобные помещения. Так, тут у нас все для барбекю. Даже есть, смотрите, Firelock. Это, господи, дрова, дрова. Так, а что вот это? Car Charm.
Представляете, перед носом вот такое в машине повесить, чтобы оно у тебя болталось. Да, люди. Далеко пошел мир. Очень мы все развитые. Сейчас буду вам опять ныть. Так, а что это такое? Вот даже есть $1.25 стоят такие вот для машинки губочки такие. Потому что машинку нельзя натереть другой губочкой. Нужна именно для машинки. Ну, тут всякое. Всякое-всякое. Почем у нас лампочки? Вот у нас лампочки почем. 2.10. А вот тут две лампушечки. $6. Одна лампушечка. 4.60. Одна малюсенькая. 4. А тут две милипиздрические. 3.10. Ну, просто супер. Так, а вот зачем я пришла? Вот за этим. Муж говорит, купи Джой. А Джоя тут нету. Джой есть только в Walmart'е. Да. Спрей рефил. Что значит спрей? Apple. Непонятно, что за спрей. Спрей wipe rinse. Понятно. Ну вот это вообще вода. За 2.55. Это, как видите, чуть-чуть другая. Homeline dish soap. Не-не-не. Вот Palmolive. Palmolive хороший, но он уже не такой, как раньше, люди. Не такой. Купить, что ли, мне лаванду? Даже не знаю, что мне купить. Джоя нет. Куплю-ка я Palmolive лимон. Понимаете, что раньше был Palmolive такой, вот этот зеленый особенно. Ультра. Куплю я вот этот вот Palmolive. Почему хочу ощутить ощущение забытого прошлого. То есть, когда мы только приехали в Америку. Сейчас прям вам и рассказ расскажу. Так, а что я не взяла корзинку с собой? Сейчас пойду за корзинкой. Вот корзинка. Ой, сейчас историю расскажу. Да, я тут только приехала. Hello. Hello. Я работала home attendant. И вот эти средства, которые были у людей разные, это все мне напомнило то время, когда я только приехала. Особенно Palmolive. Я работала с одним дедом евреем. У них свой дом был. Я рассказывала как-то про него, что его дочка фарш говяжий отмачивала в воде. Так что я его потом через дуршлаг выливала
И он стекал. Но она мне готовила мясо, как бы, потому что я ж деду должна была готовить. Хотя я уже за компашку готовила и на всю семью. Вот. Значит так. И мне так нравился запах этого средства. Просто обалденный. Ну, вот этого я накупила в Тиму. Ну, раз попробовала, больше не буду заказывать. Потому что эти все губки есть тут. Просто в Тиму на $20 бесплатная доставка. Ну, так вот. И когда я беру этот Palmolive, я вспоминаю прошлые времена, а жизнь в Америке в 2000-х годах была лучше, была спокойней. Я очень любила Манхэттен, очень любила Бруклин, все очень любила, каждую травинку, каждый цветочек, чуть ли не каждого человека. Потом, когда началась жизнь тех важнее, а тех не важнее, начался бардак. И всякая ерунда стала происходить, естественно. Я поменяла свое отношение. Ну, так как сейчас во всем мире происходит всякая ерунда, поэтому... Буду продолжать любить в Америку, любить Америку, но чуть-чуть меньше. Так вот, Palmolive напоминает мне прекрасные времена. Когда мы только приехали, у нас не было своего дома, мы снимали квартиру, не государственную, платили кучу денег, но были счастливы. Это я вам показываю миллион открыток тут. На любой вкус 50 центов. Запутаешься. Мешочки. Бумажка. Мешочки $1.50, бумажка по доллару. Один подарок можешь этой бумажкой завернуть. Бумажка тонюсенькая, разрывается сразу. Лучше купить люди мешок. О, тут даже есть пиво. Раньше у нас не было. Ну, и тут всякие гифт-карт ты покупаешь. Вкладываешь туда деньги, покупаешь и даришь. Вот сюда, в эту карточку можно от 20 до 500 долларов положить и подарить своему ребенку. Так, что тут? Шапочки, шапочки. А, перчатки у меня вот какие, перчаточки. Нашла дома. Тряпочки, шампусики, 7,65, 8, мыло. Мыло даже уже не так пахнут. А вот это Dial, какое классное мыло. Но оно уже совершенно не того качества. Так, что еще тут? Зубные пасты все. Ну, в общем, чтобы не ехать в Walmart, конечно, ты можешь подкупить тут, но дороже. Это уже совершенно не долларовый магазин, как он должен быть. Конверты у меня есть, это все у меня есть. Всякая ерунда. Так, посмотрим, что из продуктов можно. Эти все кухонные принадлежности, да. О, даже есть, пожалуйста, за $4 вот эту штуку ты можешь сверху на сковородку ложить и не будет брызгать. Зачем эту штуку, если есть крышка? Если нету от одной сковородки крышку, можно взять от другой. Правильно, правильно. И нечего тратить. Так. Всякие пластики.
вся жизнь в пластиках. Чашечки какие. Вот такие сякие. Так, что у нас тут? У нас тут есть пицца. $9 такая пицца. В Walmart'е она стоит около 5. Максимум, что я видела, $7. Это все так, на перекус. Естественно, тут никто не покупает себе на, как сказать, недельную закупку, да? Это если тебе что-то надо, подбежать. Вдруг захотелось, ты купил. Ой, попкорны всякие, баночки, орешки, в общем. Да, вот этого всего есть нельзя, от этого, от этой ерунды только здоровье портишь свое. Поэтому чипсы, вот муж иногда покупает чипсы. Я не замечу, он раз и положит. Я говорю, никаких чипсов теперь. И приносит, мы смотрим фильм, он приносит в постель и жужжит этими чипсами. Резинок миллион. Чего хочешь, чего хочешь. Внизу там, наверное, уже просрочка лежит за копейки. О! Вот краска, которой я подкрашиваю волосы, 5,65 тут стоит. Ну, у меня еще она есть дома. Так, эта вся косметика мне не нужна. Приветики. Так, ага. $10. Вот это маленькая 8,70. Дорого, дорого, да. 10. Ну, понятно, если вам ехать надо за этим в Walmart, то лучше прийти и купить здесь. Так, опять зонтики. Опять всякое, всякое, всякое. $8 футболка. На ванне она будет большая. Но сейчас я никаких закупок этих таких делать не буду. Носочки. Синтетика, да. Так. Тут опять одежда. Заходить я туда не хочу. Посмотрим, что тут опять из еды. Вот это сущая гадость. Сущая гадость. Картошка из этого тоже, люди, гадость. Еще из этого всего более-менее вот фасоль там. Фасоль и вот горошки, овощи, да, это может быть. А вот это все остальное, оно все красочное, но это сущая гадость, люди. $3. Супчик Knorr. Короче, рис какой-то. Так, и Барилла тут есть. $1.80 спагетти. Спагетти у нас есть. Вот это тоже сущая гадость. Вот эти все соуса. Белые особенно. Красные еще куда ни шло. Тут есть сардинки. $1.25. $2.40 курочка. А это вот эти ракушки мидии. $3.35. Малюсенькая баночка. А тут прям спам написано. Наверное, и есть спам. Какое-то мясо. Кетчуп 4,10.
Непонятно, зачем они тут сделали этот отдел, если рядом магазин Save a Lot есть. Да. Так, что тут? Вот эта вся выпечка тоже, она, ну, никуда не годится. Я говорю, если есть вот эту выпечку, то ты будешь раздуваться, как шарик, как все тут раздуваются. А я хочу сдуваться, а не раздуваться. Поэтому я эту гадость не ем. Так, что тут у нас? Вот эти все цветки, это только для похорон. Картинки, картинки, картинки. $10 вот эта подушка. Зеркальце можно прикупить, да-да. Ой-ой-ой. Куча искусственных цветов в доме. Кто их держит? Ну, капец. Капец, люди. Так. Это все для деток маленьких. И вот это у нас наборы для ванн. Туалетные коврики. Полотенечко. Покрытие для матрасов. Это все у меня есть. Я купила пальчиковые батарейки в этом магазине. Я была Family Dollar. Хотя он, конечно, не доллар, как я вам сказала. 8 пальчиковых батареек AA. Не самые маленькие, а такие, которые чуть побольше. Стоят $9. И вот это средство для мытья посуды Palmolive, три с чем-то. Короче, $13 с копейками я заплатила. Батареек всегда не хватает. Теперь я пришла в наш магазин Save a Lot. И сейчас пройдемся. Зеркало при входе, администрация. И что я хочу? Вот о чем я говорю, что мы никогда не едим вот эти хлеба. Они стоят $1.79. Вот эти булочки. Ты вот этот малюсенький кусочек, он очень маленький. Это булочка, хлебушек маленький. В домах их давали. Вот два вот таких кусочечка тонюсеньких хлебушка. Ты делаешь человеку два тонюсеньких кусочек мяска и один кусочек сыра. И вот это там дяди и тети, вот это у них обед. И немножечко там вот такая чашечка овощей, такая чашечка фруктов. Короче, как детей 4-летних кормили. Вот эти булочки малюсенькие, они маленького размера. Вот она сминается и не разомнется, дальше будет дырка, люди. Вот это я называю дутые хлеба. Повернем так. Оно очень лягусенькое, вообще, люди, нечего кушать. Когда ты эту булочку возьмешь, ты сомнешь ее вот в такой шаричек. Тут такие же булочки. Вот это, люди, дутые хлеба. Вот этот уже хлеб. Чуть-чуть он как бы потяжелее, но тоже. Он и стоит подороже, его цены здесь нету. Это тоже все дутое, на бутербродики всякие, булочки, в общем. Вот это как бы представляет собой, что оно здоровое, что там есть вот это, fiber.
Но оно все сминается, очень легкое и дуто. Единственный хлеб, как я вам говорила, вот этот. Он стоит $5. Это артезианский бред, хлеб. И производится он в Канаде. Но я его брать не буду, так как у меня еще есть немножко хлеба, и я буду печь немецкий в хлебопечке. Я взяла парочку пачек. Может быть, даже сегодня и закину, и испеку. В общем, что я говорила, что я вот этого всего не употребляю. Мы раньше с мужем всегда покупали. Ну, знаете, когда только приехали в Америку, было все интересно, как бы вкусненько, да, оно, можно сказать, съедобное и вкусненькое, но этого кушать нельзя. Это тоже маффины, 20 малюсеньких маффинов, лягусенькие. Вот эту вот завертушки, да, с помадкой, очень вкусные. Но я это все прекратила кушать, потому что я, честно сказать, в Америке я поправилась, да, на 30 килограмм. Ну, я была очень худая, очень худая. Кожа до кости трещали. Я одно время даже и мясо не кушала. Был у меня такой бзык. Кушала только рыбу. Не знаю чего. Ну, у каждого человека бывает бзык. Иногда он что-то, чего-то не ест. Так, я не знаю, или это музыку пропустят, эту дурацкую, которая сейчас вопит. Летус, все это. Все, конечно, это можно кушать. Сколько стоит 2 перца? $1.50. Я считаю, что это супер ненормально. Малина 3.49. $5. Клубника 4.29. 3 перца. Валдив 2 с копейками. Ну, вы понимаете. А я зачем пришла? Я захотела помидорок. $2.39. Бешеная цена. Сейчас я немножко наберу, позже включусь. Включилась я опять. $3.29. $1.81. $3.29. Килограмм 800 сахара. Я считаю, что это ненормально. Смотрите, потемневший фарш Special Prices. Кто его будет покупать? Вот тоже хитрые. А вот это мясо уже вот так вот проколотое, видите? То, что я купила в Тиму, вот эту штучку, которой колоть надо мясо. Вот они уже прокололи. И цена вот этого, этих кусочков 11.67. Нечего кушать вообще. Вот это 12. Но это как бы как мраморное оно, дорогое. Вот это, наверное, мягкое. Я не собираюсь покупать ничего здесь, потому как я вам говорила, что мы будем ехать в Олбани. Хотя у нас тут мясо неплохое. Вот эта свинина неплохая, но цена 2.59 за полкило. Говядинка, 2.59, свининка. Ну, сейчас все подорожало везде.
вот эти кусочки свининки неплохие, да. Это говядина 14. Это, наверное, еще мягче. Да-да. Сюда я даже не подхожу. Чизбургеры. Муж покупает не чизбургера, а такой другой пирожок. Он меня попросил кефир купить. Так тут кефир днем с огнем не сыскать. Где вы тут кефир увидели? Вот это вот сливки. А, вот есть кефир. Извините, наговорила. Вау. Люди, кефир. Ну, раньше не было, клянусь вам. Раньше не было. Я кефирчик-то люблю. Я сейчас возьму два кефирчика. Ну, его там совсем немножко разбирают. До 25 марта. Отлично. Никогда не видела кефир. Прямо радости у меня, люди, полные штаны. Честное слово. Ну, вот эти все сыры американские. Это на пиццу. Уже они тертые сыры. Я такое не беру. Иногда беру только. Но сейчас брать это не буду. Дальше. Что мне нравится из этого всего? Вот этот Monster Cheese я его называю. У него такой вкусненький, приятненький, как бы вкус, да, будем так говорить. Вкусненький, приятненький вкус. Вот он. Натуральный. Уже порезанный. Мюнстер. Мюнстер. Его можно кушать, да, его можно. И вот, вот этот провалон. Ничего, 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 да. Но этот брать... Нон-ГМО. Просто, наверное, какая-то неизвестная марка. В Америке производится. Может, возьму, попробую. Смотрите, этот $4. А этот 2 на 5. Он такой. Да, возьму. Этот лягусенький, порезанный. Возьму вот этот. Он мне больше нравится на цвет. А, вот это, люди. Это все тесто. Это все, люди, тесто. Вот на такие пироги. Это куки. Вот это на круассаны. Ты его разворачиваешь, оно прямо вздувается. Ну вот все привыкли кушать. А, вот эту моцареллу я еще люблю. Ну сейчас не буду набирать много. Так, это что? Крем-чиз клубничный. Тоже ничего, да, ничего. А вот, люди, есть фета. $3. Такая она крошечками сделанная. Значит, сметану еще куплю. Раньше тут была шикарная сметана, люди. Шикарная сметана. Мексиканская, так и называлась, Мексикан. Она была такая вкусная, обалденная сметана. И вот она исчезла. Вот это cottage cheese. А cottage cheese, это помните, я вам говорила, что я покажу, какой тут творог.
А, это уже какой-то луковый дип. А вот cottage cheese. 2,89 стоит вот тут low fat, а здесь обыкновенный. И все, вот это вот твороги. Они внутри разведенные, вот, извините за выражение, как сопли там тянутся. А вот это все крем-чиз. Крем-чиз. Я это все люблю, и поэтому я не покупаю, чтобы, як то кажуть, не жерти. Бо якщо куплю, то буду жерти. Ну, вот это невкусное все. Многое тут из чего-то оно невкусное. Вот эта картошка, она отвратительная. Никогда больше не буду брать замороженную картошку. Единственное, что мы берем, да, мы берем вот эти крылышки. Они вкусные. Они есть всегда. Вот это все сделано из курицы. Все из курицы, из курицы. Вот эта курица вообще как в тесте. Я такое ужасно не люблю. Ужас не люблю. Вот это, люди, очень невкусно. Короче, я тут пыталась брать и показывать вам. Смотрите, $1.79 спагетти и вот эти митболс. И шарики мясные. Ну да, конечно, на фотографии все красиво. Но как же может это стоить еще с мясом? $1.29. Конечно, вранье. Так, вот тут теперь пиво. Раньше у нас не было, когда мы только сюда вселились, не было пива в этом магазине. А сейчас есть вот такие. Ну, это все американское пиво. Все американское, все светлое. Большие такие коробки, $26. Корона почти $30. Корона, это же не американская. Это что? Хеннекен $22. Стелла Артуа $23. Ну и подешевле вот тут вот Корс, Будлайт, это все легкие. Твистед чаи всякие пьяные $23. В общем, вся химия. Вот это тоже химия. Воду покупайте. В общем, идемте на выход. Не знаю, ли меня пропустит, потому что тут музыка орет. Я имею в виду, не знаю, ли меня пропустит YouTube. Почти никогда, очень мало всегда вот этой минералки. Ну, у нас есть газ, мы делаем себе минералку. А это, люди, что вообще? Liquid Death. Жидкая смерть. Да, люди, капец. Это какой-то дурдом вообще. Это точно жидкая смерть. Это, наверное, вот этот энергетик какой-то. Это они абсолютно правильно назвали. Представляете, какие компании вот эти, которые управляют нашим миром, корпорации. Нами же не президенты управляют. Вы же понимаете, что все президенты – это клоуны поставлены многобиллиардно-биллиардным капиталом, который еще, вы понимаете, в каких годах вырос. Посмотрите на дворцы в Европе, Гамбурге и т.д. и т.п. Нами не управляют наши президенты. Управляет нами капитал. Так вот, они создают вот это все и даже назвали Liquid Death. Берите, дураки, особенно молодежь. И сами ржут.
Потому что там поколение уже не нормальных людей, а извращенцев. Они же женились друг на друге. Они же в свой клан никогда не пускали чужих. И поэтому они все извращенцы, которые убивают нас. Еще то же самое, пожалуйста. Все вот это вот изначально энергетик убивает людей молодых, молодое поколение. Все, я закончила свою политику, люди. Иду рассчитываться. Я просто вам снимаю. Босая вон. Какие у нас тут люди ходят. Босиком люди. Босиком. В тапочки влезла. На машине приехала, зашла. Вот такие все тут многие. Скажете, вредная я? Да, в этом плане я вредная. Потому как мало людей ходят пешком. На улице ветрюга. Вон все листья заметает. Снег, мороз был. Вот наш табачный магазин, но мы с мужем уже не курим. Тогда я была у своей дочки, говорю, может мне сигаретку выкурить? Во-первых, я так и не выкурила сигаретку, потому как я попробовала, мне уже не понравилось. Мы с ним не зависимы от сигарет. К сожалению, зять наш очень зависимый, он очень много курит. Мне просто жалко его здоровье. Я даже в подарок, по-моему, на прошлый год, да, заказала ему специальную зажигалку и написала, чтобы он курил меньше. Но все равно никак он не оставит это курение. Вот товар разгружают. Да. Очень холодно. И очень ветрено, поэтому я выключаюсь.